такие штучки, в общем, у меня получились. Тесто продается, понятно, уже готовое, очень тоненькое такое. И самый простой способ поделать вот такие рулетики, сверху смазать маслом сливочным. И затем, пока горячее, можно добавить мед. Но он карамелизируется, поэтому, я так понимаю, лучше, наверное, его в самом конце добавлять. Вот. Можно пропитать также, когда уже все горячее, почти готово, сверху положить кусочки мороженого. Тоже интересно получается. В общем, вот такая вот штучка. Сейчас буду готовить еще вот такие вот. Посмотрим, что получится. Все это дело ставим в духовочку, разогретую заранее. Она у меня на 350 по Фаренгейту стоит, но вроде бы достаточно. И по времени на 40 с копейками. Посмотрим, что выйдет. Вот так вот эксперимент. Обожженные трубочки у меня получились. Вот эти были со сгущенкой, эти были с другим. В общем, сгорело почти все. Жена у меня успокаивает, она говорит, я люблю поджаренные, но я понимаю, что она просто не хочет меня расстраивать. А здесь гуава, варенье из гуавы было. Ну, оно там и есть, поджарилось. В общем, вот так вот у меня эксперимент. Учусь.